Всем привет! С вами канал Нехта Лайф. На лайв-канале мы продолжаем ежедневно информировать вас о том, что происходит в Беларуси и за ее пределами. В сегодняшнем выпуске мы хотим рассказать вам о предвыборных программах синепалого узурпатора, который с 1994 года пророчит всем белорусам светлое будущее и процветание, а на деле выходит обычная и такая привычная для хитрозачесанного ложь. Ну а прямо сейчас поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если не сделали это раньше, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Не забывайте делиться выпусками с близкими, пусть еще больше людей знает правду. Поехали! 26 лет назад Александр Лукашенко в первый и последний раз выиграл президентские выборы в Беларуси. Честно ли прошли те выборы, мало кто помнит, но таких вопросов к результатам, которые неизменно возникали в последующие годы, тогда не было. Да и программа крепкого хозяйственника была крайне проста – отвести народ от бездны. Тогда синие пальцы были еще не такими синими, и Лукашенко обещал свободу слова и СМИ, соблюдение законов и конституции, честные суды и жесточайшую борьбу с коррупцией и произволом чиновников. Тогда люди еще не знали цену обещаниям этого пустослова. Итак, что же было в первой программе? Решение экономических и социальных проблем, прежде всего прекращение роста цен и обнищания населения, борьба с коррупцией и развитие процессов объединения государств, ранее входивших в состав СССР. И это в то время, когда после развода советских республик еще полыхала война в Приднестровье, Карабахе и Таджикистане. Лукашенко пообещал государственный контроль за ценами и карательные меры, вплоть до уголовной ответственности и конфискации против тех, кто будет эти цены повышать. Обещал прямое управление госпредприятиями и господдержку производства, а также сокращение госаппарата. Что же из этих обещаний было исполнено? Интеграционные процессы с Россией действительно начались в декабре 1999 года. Лукашенко и Ельцин подписали договор о создании союзного государства, который тогда многими противниками власти уже оценивался как частичная продажа белорусской независимости и суверенитета. Инфляция в период с 1994 по 1996 год замедлилась, но в конце 90-х вновь ускорилась. Ее темпы были наивысшими среди стран СНГ. А вот тема борьбы с коррупцией будет неизменно повторяться во всех последующих программах. В первый президентский срок Лукашенко провалил это обещание, да и в последующую проблему с коррупцией так и не решили. В 2001 году Лукашенко завел старую шарманку и вновь обещал контролировать ценообразование, но теперь однозначная риторика жесткого госрегулирования сменилась словами о либерализации экономики. Цены на отдельные группы товаров в Беларуси регулируют до сих пор. Кроме того, Лукашенко обещал реальное равенство белорусского и русского языка, введение института уполномоченного по правам человека и устранение зависимости от других стран в сфере энергоносителей. Эти пункты не реализованы даже и близко. Об уполномоченном по правам человека и равенстве языков Лукашенко больше не вспоминал. За 27 лет он добился лишь первых строчек в антирейтингах правозащитных организаций, а белорусский язык и вовсе стал исчезать. Были и более абстрактные обещания, достойная зарплата и хорошая медицина. Эти формулировки будут кочевать из программы в программу еще несколько лет. Насколько Лукашенко смог выполнить их, можете судить сами. А своим мнением обязательно поделитесь в комментариях под этим роликом. В 2006 году приоритетами во внутренней политике Лукашенко определял дебюрократизацию и внедрение так называемого принципа «одно окно», а также масштабное строительство жилья. В программе было обещание, что уже к 2010 году на каждого белоруса будет приходиться не менее 25 квадратных метров жилья, а цены снизятся вдвое. Тем, кто завезет 5 детей, квартира достанется и вовсе бесплатно. Тогда же Лукашенко говорил, что зарплаты, пенсии и стипендии белорусов вырастут в два раза. Обещания, конечно же, выполнены не были. В марте 2006 года средняя зарплата в Беларуси была $260, а в марте 2010 только $370 по курсу Национального банка. К концу 2010 года власти все же дотянут до заветных по 500, но сразу надорвутся. Финансовый кризис, масштабная девальвация, и вот в ноябре 2011 года зарплаты уже снова как в 2006. Надрыв случится не сам по себе. Зарплаты росли без всяких экономических предпосылок, а просто к выборам 2010 года. Накануне кампании у Лукашенко случился конфликт с Кремлем, поэтому впервые отношения с Россией выпали из числа внешнеполитических приоритетов кандидата. В программе заявлялось, что Беларусь будет иметь достойное место в мире и не будет выбирать между Востоком и Западом. Как и прежде, синепалый врунишка щедро раздавал обещания об уровне жизни. Он утверждал, что к 2015 году будем жить как в Европе, а жилье теперь уж точно подешевеет. Были также интересные пункты относительно развития общественно-политической системы. В частности, обещалось расширить роль общественных объединений и местного самоуправления, обеспечить прозрачность работы госорганов и даже вести суд присяжных. Ни один из этих пунктов выполнен не был.
Программа 2015 года была самой расплывчатой. Он заговорил об экспорте, занятости и инвестициях. Вместо стабильности рубля обещал просто повысить доверие к нему. Тогда же Сипата заглотнул наживку Семашко и других схематозников. Это было слово «модернизация». До сих пор непонятно, за счет чего наши промышленные предприятия должны были вырваться в лидеры мирового рынка. Но денег на их обновление попилили знатно. Сейчас у всех флагманов рекордные долги, некоторые уже просрочены и висят тяжелым грузом на банках. Еще Лукашенко пообещал снизить внешний государственный долг. Итог, за следующие 5 лет он вырос с 12 миллиардов долларов до 18. В 2020-м в своей программе Лукашенко упомянул о том, что больше четверти века белорусы строили страну и шли к своей цели путем мирного созидания. А главным лозунгом, как бы парадоксально это ни звучало, стало громогласное «государство для народа». Это, видимо, десяток резиденций, майбах и вертолет. Тогда же Лукавый отметил, что бренд страны – это обеспечение мира и безопасности, а также добавил, что Беларусь будет страной для творческого развития личности. Вспоминая ситуацию, которая развернулась в стране в последние 2 года, это обещание звучит наиболее абсурдно. Также Лукашенко анонсировал всенародное обсуждение прав, свобод и обязанностей граждан и ответственности органов госвласти. По сути, создание новой конституции. Обещание узурпатор намерен выполнить уже в феврале. Как выглядит эта самая конституция, уже видели все. И ничего нового, кроме пожизненной узурпации власти, в ней нет. Обещал Лукашенко поднять с колен и белорусскую медицину, которую застала врасплох пандемия. В итоге пришлось засекретить смертность, чтобы никто не узнал, как успешно генерал Глюкоза справился с ковидом. Жизни белорусов легли на весы с гонором ковид-диссидента и проиграли в неравной борьбе. Синепало отказался от бесплатных вакцин и посоветовал заболеть короной тем, у кого рак. Лейтмотив экономических обещаний 2020 года – у нас и так все хорошо. Главное – ничего не трогать, а если реформировать, то потихоньку. Главное – не допустить, чтобы у людей забрали стабильность и годы счастливой жизни в Беларуси. Во что превратилась стабильность всего за 1,5 года после выборов, и говорить не стоит. Лукашенко продолжает клянчить кредиты у России, а госдолг достиг рекордной отметки. Конечно же, не обошлось и без любимых по 500, которым страна все никак не доберется. Еще Лукашенко обещал максимальную поддержку инвесторам и равные условия для частных и государственных компаний. По итогу реальные доходы белорусов падают с нереальной скоростью, а поддержка инвесторов заключается в погромах и рейдерских захватах компаний, вытеснением малого и среднего бизнеса. Никогда еще Беларусь не теряла столько экономически активного населения. Уехали лучшие специалисты в самом расцвете сил, среди них медики и айтишники. У парка высоких технологий отобрали налоговые льготы, и он вовсе потерял весь смысл. Компании одна за другой покидают ПВТ. Также Лукашенко обещал диверсификацию в энергетике и внедрение принципов зеленой экономики. В итоге снова съездил на поклон к Путину за газом и нефтью. А обещанные среднемировые темпы экономического развития не дотянули даже до средних по СНГ. Президент утверждал, что в малых городах и поселках люди будут жить не хуже, чем в областных городах и столице. Там будут хорошие дороги, школы, детские сады, поликлиники и так далее. О достижениях лукашистов говорит их же статистика. Деревни и малые города вымирают, оставляя огромное количество ветхого жилья и бесхозяйственных территорий. И, наконец, самое смешное – геополитика. Лукашенко обещал, что он сделает все, чтобы разногласия в политике не стали камнем преткновения в дружбе народов всего мира, а также существенно увеличить географию дружелюбных нам стран. Как итог – миграционный кризис, предательство Украины, ссоры с соседями и прекращение дипломатических контактов со всем миром. А из расширенной географии можно вспомнить разве что губернатора Тувы. Никто из мировых лидеров, даже Путин, так и не приехал в Минск после августа 2020 года. Вот и получается, что за 28 лет узурпации власти в стране Лукашенко запомнится не только как кровожадный диктатор, удерживающий кресло синими пальцами, а еще и как обычный лгун, слова которого не значат ровным счетом ничего. Наобещать 3 короба и не выполнить – вот кредо шкловского шпицевода. Но Лукашенко не учится на собственных ошибках и искренне надеется, что ему еще кто-то в стране верит. У нас для него явно плохие новости. Благодарим, что досмотрели этот выпуск до конца. Продолжайте активно лайкать и комментировать этот выпуск. Благодаря вашей активности еще больше людей сможет узнать правду. В комментариях под этим видео вы также можете написать темы, которые тревожат вас. И мы обязательно разберем эту проблему уже в самое ближайшее время в наших новых выпусках. Если хотите поддержать нас финансово, переходите по ссылке, которую мы оставили для вас в комментариях. Или жмите на кнопку «Спонсировать» прямо под этим роликом. Не прощаемся. Живе Беларусь!